Мужики, всем привет! В общем, тракторок до сих пор еще не забрали. Вот, выгнал малыша. Надо копнуть картохи на еду. И вот думаю, этим-то я копал. Знаю прекрасно, как это все дело работает. Стоит копалка, которую выкупил на металломе. Помните видос, да? Ну так еще и не облагородил. Вот, вот хочу сейчас ее сюда навесить и попробовать рывануть слегка, так сказать. А видос в конце вставлю, как на нем чудесно все копается. В общем, харе-ля-ля, вешаем копалку сюда и поехали на огород. Мужики, предварительно настроил примерно, там чуть поправлю, может, угол атаки изменю рычагом, да и все. Здесь ничего трогать не буду, пускай так и есть. Ну что, мужики, проверил я сейчас копалочку на этой навеске, на этом тракторе, да, полный привод, 17 кобыл, он ее не чувствует, загнал ее в землю, аж задницу подняло, вот, когда загонял, он ее тянет и вообще никаких проблем, но на 2 метрах мне непонятно, как это работает, как правильно ее поставить, да, мне просто в земле не видно, это нужно почувствовать, прогонять хотя бы, я не знаю, метров 15-20-30, тогда уже станет известно. Ну так, обратно, рулем чуть вильнул, да, рядок уже ушел, в отличие от классики, на нем мне больше нравится вот там гонять, копать, возить, что-то там нарезать. Вот классика все-таки в этом плане прямолинейнее, будем так говорить, поэтому следующий мой тракторок, это классика, обязательно полный привод. Вот такие вот дела. Ладно, всем пока. С вами был Санек.
Еще увидимся. Ну вот, плуг уже испытываю не первый раз, этот, который выкупил на металлоприемке. Спокойно роет, главное, он задал угол атаки, все дела, расширил его полностью. Да роет, что крот, как-то так, легкотня. Это так, на еду сейчас насобираем, чем с лопатой бегать. Поставил, рыванул разок и до свидос. Вот такие дела.